Выступление у литовском Каунасе для юных гимнастов клуба спорта «Данса» завершилось поспяхово. Бронзовую медаль у Гомель привезла выхованка клуба Диана Саковская. У заключных споборництвах 4-годового циклу по спортивной аэробице гомельчане обороняли гонор не только своего клуба, але и всей Беларуси. Алена Троценко наведала гомельскую среднюю школу номер 45, где тренируется надея гомельской спортивной аэробики. Диана Саковская открыто усмехается и охотно делится уражениями от поездки. Про спортивную вытримку, идеально выполненный шпагат и строгость судей у подробязностях. А еще про призначение особистого медаля, на шляху до якого обошла 60 лепших гимнасток 4 краин света у самой популярной номинации «Соло дзяўчынкі». Ну, скорее всего, для того, чтобы доказать себе как спортсмену, что я могу и умею. Я не знаю, кем я стану в будущем, но спорт явно останется в моей жизни. Это, наверное, часть меня. И эта медаль будет как память. Это моя самая первая медаль за соло в 12-14 лет. Досягнение юных гомельских гимнастов оценивают вядомые по колькости узнагород, их не перелечить. Але куды больше важно то, что на протягу 9 годов на престижных европейских споборництвах по дитячей спортивной аэробице стабильно гучить назва гомельского клуба «Спортданс», который вырос по сутности с факультативных занятков у агульно-адукационной школе. Конечно, у нас были и групповые упражнения, и трио, и пары, и мальчики у нас участвовали. Но поскольку это девичий спорт, самая жестокая конкуренция – это среди девчонок. Идет жесткий отбор и споры даже в судействе. И мне этот раз было очень сложно. Судить нужно объективно. Сегодня у спортдансе тесно супрацовничают со школой гимнастики Олимпийского резерва у плане тренерской подтрымки. Але спортсменов по-ранейшему гадуют из лику вучня у своей 45-й гомельской школы. Правда, думают и на перспективу. Працуют нават с 4-5-годовыми детками. И во всем мают подтрымку керавництва школы. Поддерживаем, скажем так, и в материально-техническом плане, и в организационных вопросах, когда нужно решать вопросы с отъездом группы в короткие какие-то сроки. Где-то помогаем, организовываем дополнительные занятия. На нашей базе часто проходят тренировочный процесс, соревновательные моменты, которые мы совместно с различными, даже различных городов, мы организуем встречи. Проведение шарговой международной сустречи на базе школы у больше отдаленных планах. А у ближайших – годное выступление на открытом Кубку Республики Беларусь, который пройдет днями у столицы, где спортданс претендует на пьедестал у групповых практикованиях и соло. Алена Троценко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».